Наша гостя пройшла через важкі випробування, страшну аварію, спотворене обличчя, насилля з боку чоловіка. Це все практично зламало молоду жінку та залишило її без будь-якої надії на щастя. Проте одна зустріч змінила все. Тож де брати сили і на що спиратися в житті, коли помирає надія? Про це згодом і розкаже сама Юлія Омельченка. А просто зараз дивимось її особистий формат щастя. Я до сих пор не могу поверить, что неужели это правда, неужели это происходит, неужели это не сон, что тот мужчина, о котором я мечтала, он сейчас есть, и я его могу потрогать. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Вот я доволен тем, что я могу служить Богу на улице, вот прославлять Его, и хотелось помогать людям в жизни. Вот, говорить о Боге. Вот. И случилось так, что вот мы играем, а помощник, он такой, любит поговорить, и он начинает со всеми обычно знакомиться. Тут познакомился с Юлей, вот, приводит ее. Первые доли секунды, что привлекло, когда я его видела, это он такой красивый. Я заметил, что она внутри просто вся раздавлена. Вот, она была какая-то вся черная, мрачная. У меня была постоянная тревога, постоянный страх обо всем и за все, за каждый аспект моей жизни. Я хотел ей помочь, хотел привести ее к Богу, для того, чтобы Бог ее сделал счастливой, как это и в моей жизни случилось. Ну и начали с ней общаться, пригласил к себе в гости и начинал рассказывать про Бога. Выяснилось, что она тоже верующая. Вот. Ну просто из-за определенной ситуации в жизни она отошла от Бога, обиделась. Я насколько была обозленная, не могла с людьми ни общаться, ни видеть их. И я могу с уверенностью сказать, что сейчас уже у меня нет той агрессивности, той обозленности, которая была. Да, я еще над собой очень работаю, и работы много, но как было, уже прошло. И, конечно, без Бога я бы не смогла это получить. Встречались, и я начал замечать все больше и больше в ней хорошего и общего. Я была уверена на 100%, что у меня не будет мужа хорошего, что у меня не будет семьи. Я на 100% была уверена. Я уже даже смирилась с этим. А я подумал, хороший человек, значит, будем вместе жить. Моя семья на сегодняшний день – это мое счастье. То есть и каждый день счастливый. Когда мы просыпаемся, когда отводим ребенка в школу, когда мы общаемся, когда мы гуляем. И я каждый день благодарю за это Бога, за моего драгоценного мужа, что он есть у меня, самого лучшего мужа в мире. Отже, вітаємо у клубі «Лайф» Юлію Омельченко. Юлю, раді вас бачити. Вітаємо. Здравствуйте. Юлю, я знаю, що в дитинстві до вас батьки були дуже суворі. Строгие были родители со мной, не говорили, что они меня любят, не хвалили, хотя я все время хотела услышать похвалу от них. Я очень хорошо училась в школе, и в музыкальной школе очень хорошо училась. И думала, что таким образом я заслужу их и хорошие отношения, и любовь. Скажу по правде, я чувствовала себя, что может там со мной что-то не так, или что-то я плохо делаю. И я всячески старалась заслужить это от родителей. А чего вы наибольше боялись в детстве? Очень боялась, когда я шла домой, что вдруг я приду, а родители поссорятся. И я очень сильно страдала. Мне это реально психику поломало. Я плакала, для меня это большое горе было. Вот. А звідки взялась вера в Бога? Я хочу сказать, что мне самой даже интересно, потому что я с детства чувствовала Бога. Вот именно я его ощущала. Я смотрела все вот эти передачи христианские, и я ждала, что вот в 2 часа начинается эта передача, эти мультики, и я вот все их смотрела. А как назывался мультик? Я помню, суперкнига вот это, мультик был. Во все передачи я слала письма, чтобы мне литературу присылали. Когда была молитва в передаче, я всегда тоже становилась на колени и молилась. И я как бы думала, как другие люди могут не верить в Бога, если вот я же его чувствую. Юля, мы все же знаем, что стався такий момент в вашем житті, коли ви засумнівались, де ж Бог в цій ситуації. Розкажіть про ту страшну аварію, яка з вами сталася. Это в 2009 году, когда я еще жила в Египте, я закончила в тот вечер рано работу. И я помню, что я вышла из территории отеля, подошла к автобусу, и я чувствовала, что мне внутри голос говорит: «Возьми такси,
Я уже села в автобус, и он мне еще более настойчиво говорил: «Возьми такси, выйди с автобуса». Я не послушала его. И автобус тронулся. Был поворот, дверь автобуса открылась, и на полном ходу я потеряла равновесие, и я выпала с автобуса. Я кувырком с него летела, я ударилась об обочину дороги, очень сильно травмировала лицо, эту часть головы. Лицо это было просто месиво. Как оно здесь вот так, это слава богу, что так оно зажило здесь, что не видно. Мне доктора говорили, что вы благодарите Бога, что остались живой. Можно сказать, что началась депрессия у вас? Очень глубокая. Очень сильно страдала из-за своей травмы. Очень сильно. Я не могла выходить на улицу. Я выходила только ночью. Вот, по ощущениям, это как будто бы просто ходит одно тело без души. Вот как зомби. Я не видела ни будущего для себя. Я даже не знала, чего я хочу. Я насколько была подавлена, плакала, все время я плакала. И я даже молилась, вот я Бога просила, забери меня, ну, я не могу жить. Це в цей період ви познайомилися з хлопцем і почали да, жити з ним? Я могу сейчас сказать, что это была большая ошибка в моей жизни. И я очень сильно в этом раскаиваюсь. Мне нужно было просто уйти. Потому что потом выявилось, что это вовсе не хороший, позитивный, добрый человек, а агрессивный, который меня очень сильно бил, унижал и физически, и психологически. И это было просто как сущий ад. И идти мне не было куда. Хотя я считаю, что это может быть и отговорка, что идти некуда. Нужно было хотя бы в никуда, но уйти. А я считаю, что я чувствую себя виноватой, что я допустила, что мой старший ребенок, видя эти скандалы, он получил такую психологическую травму. А если бы я ушла, то этого бы не случилось. И как произошло мое как бы отступление от Бога? Я помню тот вечер, что я сижу, и я плачу, меня все трясет, и я сижу с ребенком. И я тогда подумала, а почему Бог это допускает? И что вы тогда решили? Что раз Бог допустил это все, да, я подумала, что я больше не буду с ним общаться. И я была уверена, что больше никогда я не буду. Я не буду ни молиться, ни читать Библию, и мне это не надо. Вы решили не мати ничего спільного с Богом? Да. И тут раптом зустрічаєте на вулиці віруючу людину. Вот это была вот реально любовь с первой секунды. Не то, что там с первого взгляда, с первой полусекунды. И когда я подошла и увидела, что на большом барабане, на бочке было написано «Христос воскрес», я даже немного опечалилась. Я подумала, как жаль. Да, я подумала, как жаль, что он верующий. Вы представляете? У него появилась эта идея сразу вернуть меня к Богу, как он потом мне позже признался, что как бы маленькая миссия такая, чтобы привести меня опять к Богу. Який був переломний момент? Вот это состояние, когда вот что-то хочет, да, в тебе вот пойти и вырваться, а ты его сдерживаешь. Вот это так у меня было. Вот мой дух, он хотел опять прийти домой. Вот это ощущение, как прийти домой. Мы начали вместе молиться, да, и сначала я попросту повторяла то, что он говорил. А потом произошло так, что и я сама начала молиться от себя. Получилось, что я снова пришла к Богу, я снова доверилась, и теперь думаю, что как хорошо, что я к нему вернулась, что он так устроил. Я теперь даже боюсь думать, что если бы не так, что было бы со мной? Я бы продолжала бы погружаться глубже и глубже в ту депрессию. А конец какой был бы, одному Богу известно. Я бы, может быть, и в физическом смысле погибла бы. Який Бог для вас зараз? Я считаю, что Бог, он всемогущий, он все может. Когда человек думает, что это невозможно, ничего больше нельзя сделать, он знает, как сделать. Он ситуацию может так обернуть, что человек в своих мыслях даже не может представить. Те, кто с Богом, они победители, потому что Бог – это победа, и Он дает победу над всем. Юля, вы довший час нарекали на Бога за все жахіття, яке с вами сталося. Скажите, вы маєте зараз відповідь, навіщо це все потрібно було вам пережити? Я считаю, я раньше была надменной во многих вещах, и Бог, наверное, не хотел, чтобы такое было. Может, Он хотел меня научить смирению, научить тому, чтобы я любила ближнего своего, да, вот я думала, как можно любить своего ближнего? Если хороший человек, да, его можно любить, а если, например, не очень, как можно любить ближнего? И я до сих пор прошу, Господь, научи меня любить ближнего. Это очень сложно. Юля, вы дуже красивые. Мы вам дуже дякуємо за те, що розповіли вашу історію. Спасибо. Дякуємо.